Пассажирам российских авиакомпаний, летящим в Чехию, сегодня приходится пересматривать планы. Их самолеты в республику не полетят. И из Праги в Россию тоже. Виной всему чешские власти, которые неожиданно аннулировали часть уже выданных разрешений на полеты. В итоге на земле останутся сразу 4 из 6 рейсов Аэрофлота. Уральские авиалинии не отправят самолеты из Екатеринбурга и Жуковского, а рейсы Победы не полетят в Карлово-Вары. В чем конкретно причина, пока не ясно. Перевозчики к полетам были готовы. Они обещают информировать пассажиров, переоформить билеты на другие рейсы, либо найти альтернативные маршруты. Мы следим за тем, как развивается ситуация.